Продолжаются работы по подготовке инфраструктуры города к осенне-зимнему сезону. Очередное обслуживание трубопроводов магистральных тепловых сетей завершено. Подача горячей воды восстановлена в 4-м и 6-м микрорайонах. Из-за дальнейших ремонтных работ водоснабжение будет ограничено во 2-м микрорайоне. Планируем остановить горячее водоснабжение 2-го микрорайона для проведения гидравлических испытаний квартальных тепловых сетей 2-го микрорайона. Председатель комитета имущественных и земельных отношений сообщила об обеспечении детей-сирот жильем. За последний период для юных горожан было приобретено 3 однокомнатные квартиры. Анонс мероприятия озвучила главный специалист по культуре, спорту и молодежной политике. Ольга Ковалева сообщила о предстоящем едином дне велопарадов в России. Старт мероприятия в Десногорске состоится 26 мая от скульптурной композиции «Добрый ангел». И 27 мая в 18:00 в Центре культуры и молодежной политики в 1-м микрорайоне состоится юбилейный концерт коллектива «Калибри». В целом атмосфера в городе благополучная. Все организации работают в плановом режиме. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.